Всем крепкого здоровья. Опять я в ночи еду куда-то. В общем, у нас уже более-менее началась зима. Сегодня первый день, когда на улице было ночью минус 17. Вот. Соответственно, ледок уже, наверное, будет сегодня толщиной где-то сантиметров 12-13. Ну и еду я сегодня по приглашению своего друга Ивана. Едем мы сегодня рыбачить на безмотылку, как обычно. В общем говоря, все в лучших традициях нашей с вами зимней рыбалки. Устраивайтесь поудобнее, наливайте себе чайку. Я думаю, что видос обещает быть очень интересным, познавательным, ну и как всегда душевным. Обязательно смотрите это видео до конца, ребят, потому что у нас будет очередной раз розыгрыш. В общем, встретились мы с Ванькой, едет он впереди на Chevrolet Niva. Я что-то как-то даже момент нашей встречи не поснимал. Едем сейчас на карьер с очень чистой водой, где будем ловить на безмотылку. Ехали-ехали по асфальту, но сейчас едем уже по грунтовочке. Ох, красота! Вот она, прикормочка-то наша. Короче говоря, ребят, мы приехали. Вот такой вот водоемчик, это карьер. Вот, это Иван, это есть скарб. Я гляжу, палатка у кого-то, да? Да, я попросил у товарища на всякий случай. Погреемся, чай попьем. Да, может что-то посидеть. Все понятно. Погреться. Ну да, сегодня сколько? Минус 17, да? Минус 17. Есть было. Здесь, наверное, даже чуть. Да, здесь, да, что-то поддавливает под двадцаточку. Ну, водоемчик так красивый. Сейчас солнышко согреет. Ну да. Потеплее. Красота. Ну все, наша банда потихонечку выдвигается к месту ловли. Красное солнце освещает водоем. Уже по-настоящему зимний. Морозный воздух поступает в легкие. Просто красота. Промерил лунки кормушкой 6 метров, в некоторых 6,5. Сейчас размешаю прикормочку обычную покупную и еще буду добавлять мормуши. Мормуши у меня 10 в тубусе. Я колдую обычно. Он колдует, как будто песочек. Ну да, мне же сказали, что здесь дно песчаное, светлое. Вот я взял светлую прикормку. Причем мелкозернистую, для того, чтобы рыба не наедалась. Какого? Чаще. Да, чтобы, а то если это, если крупнозернистая прикормка, она же может наесться. Ну да. И все, и потом она будет плавать. Сколько раз у меня такое было? Приехал, закормил, сторожка подошла, поела, и потом плавает рядом. И не ест без мотылку. Все, а рыбу под лункой чмать мужчина.
Вот слушай, как интересно. А я в свое время наоборот, да и деды мне говорили, надо, знаешь, такими, чтобы была крупная фракция. Это но это правда. Это на крупного леща. На леща, да, сидели. Если рыба мелкая, то да, смысла вообще, наверное, нет. Ну ладно. Так. Ну, я, конечно, не Дед Мороз. Но Ваньке гостинчик привез. Начертал ловишь? Ну-ка. Сейчас заценим. Чертик. Это Микешина, черт плотвиной, да? Если не ошибаюсь, да. Или классика? Нет, вроде Микешин. Ну, я понял, что это Микешин. Я вижу по крючкам. Но это вроде черт классический, да? Форма, да. Короче, Ваня, я тебе привез кое-что. Вот. Пауза в рыбалке. Да. Небольшая рыбацкая пауза. Сторожок. Вау. Сторожок вот этот вот я тебе привез. Блин, мальчик. И мормыши. Ты просил? Да, вот это вот. Забирай. Очень жданное. Сейчас я кивочек уберу. Кивок 065. У него с обратной стороны. Вот здесь вот. Выбит тест. То есть уже не промахнешься. Сейчас тоже настрою удочку себе. Леска у меня здесь идет 0,117. Сейчас поставлю сторожок свой. 0,8. Тест у него здесь идет 0,8 грамма выбит на металле. Вот. И... пойдем рыбалить. Так. Черта сейчас поставлю зеленого. Первый маленький рыб на самодельного зеленого черта пойман с интересной поклевкой и интересной проводкой. Эх, ловрушка. Ну, в общем, первый круг завершился. Поймал всего-навсего одну рыбку. Было несколько поклевок. И это немного удручает. Сейчас возьму удочку маленьким шариком. И пойду на следующий круг. Ну, тащил-то так, я думал, там на килограмм. Не, килограмм бы я не так тащил. А как бы ты оттащил? Ага, понятно.
лимфошарик. Сработал. Доставать. Нормально. На завялку только пойдет. Есть у меня удочка тут еще одна. Кивочек тоже самодельный. 0,35 тест у него. Сейчас поставлю маленького черта. Тут у меня стоит пока мормыш. Хотя может на мормыша попробовать. Кто его знает. Давайте пока попробуем на мормыша. Черта, если что, потом привезу. Надо заглянуть в подводный мир. Посмотреть, кто здесь живет. Опаньки. Вон, видишь? Видишь? Это за платками, бля, прям тут под лункой. Да. Первый театр. Он как-то так стоит, не шевелится совсем. Пережевывает что-то, видишь, что стоит. Пережевывает сухари. О, окунек, здравствуй, дорогой. Окунек, ага. Тоже ведь не клюет, но ему, видать, мясо надо. Слушай, я сегодня поймал три окунька. Да ты че? Да. Я думал, вот тут вообще. Вот так вот. Сразу же. Только мормыш поставил. На мормыша. Смотри, качок. Офигеть. Мне это начинает нравиться определенно. Подлещик начал с удовольствием жрать моего мухомормыша. На черта откликается плохо. На нимфошарик откликается. Ну, как бы откликается, но не так, конечно, как на мухомормыш. На мухомормыш, смотрите, я сел на лунку и уже поймал 4 штуки. Прям сходу.
жрет мормыша. Красавчик. Смотрите, я подарил Ваньке. Сегодня трофей. Да, я подарил Ваньке мормыша. Вот человек в третьей проводке вот такого вот. Сегодня это трофей. Там хоть камера пишет, да, пишет. Сегодня это трофей. Ну это грамм 300, наверное, да? Грамм 250. Ну 250, да. Пойдем дальше. Ты доволен? Конечно. Рыбка. На петлю? Ну, петельку маленькую делаешь. А как ты добиваешься, что вот она малюсенькая такая стала? У меня сначала... есть на канале видео, как вязать узлы. Да? Да. Вот такой есть узелочек, есть, что маленький. Потому что я вчера первый раз пытался, есть, короче, привязать. У меня все то большая, а вот одну поменьше у меня получилось. Посмотри обязательно, чем я тебе на пальцах объяснять буду, посмотришь, все поймешь. Ну, понятно.
Ой. Нормальная рыба. Опа. В общем, вот эта связочка, кивок мой из нержавейки и мухомормыш, очень хорошо работают вот на такой проводке, на разнизанной, и хорошо работает на проводке, когда шажочки мелкие и амплитуда вот такая среднебыстрая. Вот. Также я ловил на эту связку кивок и мормыш на белоярском водохранилище. Там рыба клевала на опускание. То есть на вот такую вот проводку. Причем на подъем хуже, а вот именно на опускание так, как будто бы падает живой мормыш. Вообще прям кто-то живет здесь еще. На эту связку, когда мормыш опускается потихонечку и кивком чуть-чуть подыгрываешь. Вот тогда прям такие сорожки клевали классные. Но это видео еще будет на канале, еще вы сможете посмотреть. Молодцы, что досмотрели это видео практически до самого конца. Я бы хотел объявить о том, что у нас сегодня будет опять розыгрыш. Но для начала давайте посмотрим, кто стал победителем розыгрыша в прошлый раз. У нас участвует 699 комментариев. Копируем ссылку на видео, вставляем ее в рандомайзер. И... Олег Дедин. Володя, привет. Видос офигенный. Спасибо тебе за твой нелегкий труд. Крепкого тебе сибирского здоровья. Вообще, это вотчина окуня и щуки. А ловится конь-сорога. Я тоже люблю такие места. Все-таки один окуневич попался. Давайте перейдем на канал человека и посмотрим. Здесь нет ссылок на другие каналы. Соответственно... Подписки свои надо было оставлять открытыми. Соответственно, делаем дальше. Алексей Тихомиров. Спасибо, Владимир, за ваш труд. Давайте посмотрим, подписан человек или нет. Опять закрытый профиль. Опять каналы скрыты. Следующий. Алексей Гладышев. Спасибо, классная рыбалка. Подскажите, чем покрасили кивок от Зайцева? Давайте посмотрим. Так, каналы. Здесь нет ссылок на другие каналы. Следующий. Вот я так и знал-то, что будут у людей скрыты подписки. И как бы придется долго выбирать у нас победителя. Иван Иводов. С началом зимнего сезона. Спасибо. Давайте посмотрим. Каналы. Так, каналы открыты. Ищем себя. Да, мы есть. Иван Иванов, я вас поздравляю. Сейчас буду вам отписываться. Вы у нас победили. И набор мормышек достается вам. С чем я вас и поздравляю. Сейчас я вам отпишусь. И вам надо будет оставить свои контактные данные для того, чтобы я смог... с вами лично связаться. Так, победителя поздравляю. В комментариях отпишусь.
А сегодня мы будем с вами разыгрывать небольшой наборчик чертей моих самодельных. Значит, в наборе будет 5 чертиков. Будут чертики 3 штуки черного цвета, один зеленый и один желтый. В общем, как и в прошлый раз, правила очень простые. Надо быть подписанным на канал и оставить адекватный комментарий к этому видео. Ну и не забывайте о том, что подписки ваши должны быть открыты для того, чтобы я смог проверить о том, что вы оставили комментарий и о том, что вы действительно подписаны на канал. В общем, всем удачи, условия простые, для вас не трудно, для меня приятно. Хочу подвести итоги сегодняшнего дня. Рыбалка получилась ни шатка, ни валка, конечно, абсолютно не то, на что рассчитывали. Вот. Но тем не менее, в середине дня удалось найти ключик к рыбе, причем чисто случайно решил я попробовать на своего мухомормуша, и так получилось то, что рыба начала клевать. Вот. Поймал по количеству достаточно много, вот. Но взял только более-менее таких съедобных подлещиков, которых можно положить на сковородку и съесть. Короче, поклевки были разные, были и предательские поклевки, были и хорошие поклевки. Рыбалкой, в принципе, доволен. Насмотрелся на различные загибы сторожка. Снасть работала достаточно хорошо, мне понравилось. В общем говоря, начинаем потихонечку вливаться в настоящую зиму. В скором времени, я думаю, что пойдем уже и на большую воду за крупной рыбой. Ну и у меня, в принципе, на этом все. Увидимся с вами, ребят, в следующий раз, на следующей рыбалке. Красота!